13 марта на территории Сахалинской области стартовал первый этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится до 24 марта текущего года. Цель акции – это привлечение общественности к противодействию в незаконном обороте наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации. Мы призываем граждан не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности. С информацией о фактах употребления и сбыта наркотиков, а также иной информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, вы можете обратиться по телефону доверия 789-139. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.